Добрый день! На продажу выставлен арабский жеребчик. Родился 30 мая 2021 года. Его отец – серый жеребец арабской чистокровной породы по кличке Эль-Наир Терск от Эль-Фарида и Неветты. Он внук всемирно известного экстерна, национального чемпиона Польши, чемпиона Кубка всех наций, чемпиона Европы, чемпиона мира, бессрочного обладателя Орт Арабиан Хорс Организейшн Трофи, который присваивается лучшей арабской лошади в каждой из стран, членов Всемирной организации арабского коневодства, объединяющей более 60 стран мира. Мать жеребчика – рыжая кобыла Эленика, линия Мансура, от Каньона и Эвбеи. Серый жеребец Каньон – родной брат дербиста Карата, национального чемпиона Дании и Англии. Из 25 стартов занял 9 первых, 5 вторых, 6 третьих и 2 четвертых места. Отец Каньона – Аромат, от жеребца Маската и кобылы Мадии. Из 19 стартов она заняла 5 первых, 3 вторых, 4 третьих, 1 четвертое и 6 пятых мест. Мать Каньона – рыжая кобыла Калуга. Из 19 стартов заняла 4 первых, 3 вторых, 4 третьих, 1 четвертое и 7 пятых мест. Мать Эленики – кобыла Эвбея от Вивата и Эдины. Виват линии Корея – один из лучших производителей нашей конефермы, чемпион World Arabian Horse Organization Trophy 2015 года. Мать Эвбеи – кобыла рыжей масти по кличке Эдина от Диплома. Гнедой жеребец Диплом из 6 стартов занял 1 второе и 2 четвертых места. Он относится к скаковой линии Корея Денюст. К этой же линии относятся Нугатин, Манганей, Дармен, Сен-Лорен и многие другие известные скаковые лошади мира. Отец Диплома – известный жеребец Приказ, скакавший до 7-летнего возраста. Из 45 стартов занял 10 первых, 9 вторых, 8 третьих и 4 четвертых места. Мать Диплома – кобыла по кличке Дипломатка. Скакала 12 раз, из них 3 первых, 1 второе, 3 четвертых и 5 пятых мест. По вопросам покупки обращайтесь по телефону, WhatsApp или Telegram. При покупке заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК. Все чипированы. На каждую выдается паспорт в НИИ коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Благодарим вас за просмотры и всего вам доброго!